Всем доброго утра. И сейчас у меня уже второй завтрак. Я бы пообедал, но просто не получается, потому что сегодня нет времени. И вообще, в принципе, обедать в машине — это не самый худший вариант. Вот сейчас, например, приходится обедать в автобусе. Ну, вернее, термос я достать не могу, но могу. Я съел все свои перекусики уже. Я уже съел пирог, я уже съел яблоко, я уже съел мюсли-батончики. Сейчас я буду есть это с печенкой, бутербродик. Вот. Вкусная вещь, но немного... Вот Аркадий вам тоже привет передает. В общем, обедать в машине — это не самый худший вариант. Вот, например, в автобусе намного неудобнее обедать. На обед я взял с собой полный термос грибного супа. Ну а так как я был без машины, я не обедал за какой-то там ширмочкой, чтобы меня никто не видел. Ну там люди, конечно, были, поэтому я ничего не смог рассказать. И да, особо рассказывать нечего было, поэтому мы быстро работали, даже без перерывов. Все равно пришли домой поздно, и завтра мы рано уезжаем в область, поэтому я даже не знаю, скорее всего, я это видео не успею смонтировать. Если вы увидите его через один день, то есть сразу два дня будет в ролике, значит, я просто не успел ничего сделать. Да, как я успею? Мне еще нужно сейчас поужинать. Так, я уже съел одну хурму, и сейчас меня будут выручать заготовки. Я сейчас пожарю котлетки, это делается быстро. Когда я говорю про заготовки, я имею в виду, в моем случае, это только одна заготовка, это котлетки свинина-картофельные. Вот. Я как раз для такого случая, они мне очень пригодятся. Времени у меня пообрез. Быстро рецептов много, но мне хочется именно мясо покушать, потому что в супе мяса было мало, мясо я хочу поесть. Здесь мясо 50%, 50% картошки. То есть котлетки за вот такие вот котлетки. Ну а пока котлетки жарятся, я поставлю еще вот гарнир. На гарнир будут, конечно же, макарошки. Я их не так часто ем, а их нам советовали есть побольше. Поэтому вот макарошки сегодня бы мне на ужин выручат. Макарошки у меня жутко развалились, я их просто забыл, они частично плавали на поверхности. В общем, я испортил макарошки. Ах, жалко. И котлетки свеженькие, ароматные. Я 1000 лет не ел котлеток, очень хочется. Аппетитненькие такие, сочненькие, румянистые. Квашеная капуста, почти поспела, да, уже поспела. Мне нравится такая вот квашеная капуста на третий день. Я ее переложу сейчас в вакуумный контейнер, покажу чуть позже. И бутербродик, потому что паштет нужно съедать срочно. Его нужно уже прям сегодня обязательно доесть. Я вначале маслицем намазал, а потом сверху паштетом. Так еще более нежный получится бутербродик. В общем, я так накинулся сейчас на еду, что просто забыл включить камеру. Я уже съел, в общем, макарошки эти с котлетками, с двумя котлетками. Две котлетки оставлю на следующий, может быть, день, может быть, на потом. Завтра, скорее всего, тоже не будет времени что-то готовить. Вот этот бутербродик нужно есть срочно. Он уже буквально кричит о том, что не хочет больше оставаться в этом состоянии, хочет переродиться в что-то новенькое. В общем, надо доедать. Говорят, что если сделали домашний паштет, вот так положили его, как я, в баночку какую-нибудь, а сверху можно залить растопленным жиром, тогда он хорошо сохраняется. А еще цикорий у меня сейчас будет на ужин. И добавлю молочка еще немножко. Пока молочко есть, надо насладиться этим продуктом. Я сегодня, в общем, даже позабыл о том, что я хочу купить себе цитрусовых. Ребят, самое верное, вот как бы это парадоксально не было, самое верное средство от каких-то хотелок — это просто загрузить себя работой. Видимо, на это и рассчитывают наши министры, поэтому загрузить они нас хотят по полной. То есть забудьте про еду, ребят, хватит уже жрать, работайте, переходите на рабочую диету, поменьше есть,
поменьше спать, побольше работать. Вот, кстати, вот почему пенсионный возраст повысили. Я думаю, к чему это все было? Вот, оказывается, к чему. Сегодня особо ничего интересного такого не было. Мы работали то там, то сям. А вот завтра мы поедем в область. Я думаю, надо взять с собой, может быть... Ну, я телефон с собой возьму. У меня он, в принципе, хило доснимает. Завтра покажу российскую глубинку. Да, небольшой городок под названием в области Береславка. Если я правильно запомнил, я там ни разу не был еще. Береславка. Ну, это когда от Волгограда совсем недалеко, господи. Я-то думал. Говорю, давайте отметимся, а у меня листочек уже здесь лежит. Сегодня был 14, 15, 16, 17, 18 день. Сегодня вторник. Да, видео просто чуть по графику отстает, поэтому вы увидите, наверное, это в четверг. Сегодня 22 число, 22 января. Я напомню, у меня министерская диета, апатии пока не наблюдаться, самочувствие приличное, снижение веса не зафиксировано. Эксперимент, значит, продолжается. Эксперимент у меня такой. А экспериментируем мы над продуктовой корзиной. Продуктовой корзиной прожиточного минимума. Это 3500 на месяц. Я стараюсь прожить на эту сумму, питаясь полноценно и разнообразно. Решил с сахаром... А, кстати, спасибо вам огромное за комментарии. Что я приготовлю в ближайшее время? Овсяные блины хочу попробовать. Ни разу в жизни не готовил овсяные блины. Мне кажется, бог экономии меня просто должен покарать после этих слов. Еще мне понравилось, из ваших рецептов мне еще понравилось, это немецкий картофельный салат. Обязательно сделаю. Картофельную пиццу тоже. Спасибо вам огромное за интересные рецепты. Слушайте, Кагашинин, он из всех наших деток самый пухлячок. Ой, забыл, камера записывает. Ладно, ребятки, вам хорошего настроения. Самое главное, сохраняйте позитив. С вами был волгоградский блогер Серега. Всем вам большой привет из провинции, из города Волгограда. Увидимся в новых видео. Пока!